Алексей, вот, например, у нас лежит мачта от семитонника. То есть вот она Камацу. Вот на ней табличка. Вот видишь, две последние цифры 45, это высота подъема. То есть высота подъема этой стрелы 4,5 метра. А посадочное место у нее вот. То есть вот, вот эта штука, она на мост садится. Вот нам бы посадочное место вашей стрелы посмотреть.